Война и мир. Том 4. Часть 3. Глава 8. Краткое содержание. Приезжает Долохов. Он выглядит очень просто и поражает Петю. Он говорит о будущей операции, а потом о судьбе пленных. Денисов считает, что их нельзя убивать. Долохов зовет Петю с собой во французский лагерь. Денисов не пускает его. Ростов, чтобы доказать свою взрослость, собирается ехать все равно. Опять в то время, как Долохов заспорил с Денисовым о том, что надо делать с пленными, Петя почувствовал неловкость и торопливость, но опять не успел понять хорошенько того, о чем они говорили. «Ежели так думают большие известные, стало быть, так надо, стало быть, это хорошо», – думал он. «А главное, надо, чтобы Денисов не смел думать, что я послушаюсь его, что он может мной командовать». «Непременно поеду с Долоховым во французский лагерь. А может, и я смогу». На все убеждения Денисова не ездить Петя отвечал, что он тоже привык все делать аккуратно, а не наобум Лазаря. И что он об опасности себе никогда не думает. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.